Нам досталось 410 квадратов, это весь первый этаж на 30 палат по 2 человека. Мы начали делать наружное, это заделываем окна, и потом там сейчас находятся люди. Когда освободят помещение, мы начнем внутренние работы. Но на это нужны средства, конечно. Все самое сложное у идейных вдохновителей создания в Перми первого нейрологического реабилитационного центра уже позади. Найдено помещение, корпус спортивной базы «Пермские медведи» в микрорайоне Запруд. Закуплено специальное оборудование и мебель для палат и лечебно-оздоровительных помещений. И самое главное, есть персонал. Кто-то обучается, а кого-то ждет еще стажировка в Германии в подобном реабилитационном центре. Здесь палата, увеличим душевую, чтобы можно было с коляской, вход сделаем здесь. Осталось провести капитальный ремонт помещений и благоустройство территории. Подъездная площадка должна быть идеально ровной, чтобы люди на инвалидных колясках спокойно могли попасть в помещение. Это будет реабилитация. Мы будем брать больных уже непосредственно, например, с института мозга, это Екатеринбург. Здесь института сердца, кому нужна реабилитация, послеоперационные люди. Потом перенесшие инсульт, которые выйдут из больницы, они же будут сидеть дома. А кто с ними будет заниматься, это непосредственно наша работа будет. В настоящее время эти пациенты ездят в Екатеринбург. Центр, который существует уже у них некоторое время. Вот, но он все-таки не имеет того зарубежного опыта, который вот благодаря нашим германским, немецким кураторам мы имеем возможность получать, то есть в плане обучения персонала и в плане оснащения современными реабилитационными пособиями. На капитальный ремонт помещений и благоустройство территории требуется около 3 миллионов рублей. Чтобы это было быстрее, чтобы это в кратчайшие сроки, значит, необходимо, конечно, усилия всех, кто имеет такое желание, имеет такую возможность участвовать в этом хорошем деле.